Мы страны, которые не чужды друг другу, мы достаточно неплохо друг друга знаем. У Литвы всегда в Узбекистане был очень хороший имидж. Точно так же имидж Узбекистана в Литве тоже высокий. В прошлом году наш торговый оборот между странами удвоился. Это уже потенциал не только для дальнейшего развития торговых связей, но в том числе и в развитии перехода этих связей на инвестиционный уровень, вопросы локализации производства, вопросы дальнейших совместных проектов. И я уверен, что после пандемии у нас будет все больше таких возможностей. Просто чтобы привести пример, мы через месяц рассматриваем следующую, готовим бизнес-делегацию в Узбекистан под руководством Литовской конфедерации промышленников, другой ассоциированной бизнес-структуры и также в сопровождении министра транспорта и коммуникаций Литовской Республики. Так что начинаем интенсивно и будем надеяться, что та динамика, которая у нас есть, она сохранится. И сохранится не только в экономической, но и в гуманитарной области. Очень большая тема для нас развитие туризма, потому что я сам по личному опыту прекрасно знаю, что из себя представляет Узбекистан и его культурные ценности. Оздоровительный туризм, который в Узбекистане, к сожалению, намного меньше возможностей, чем в Литве. А у нас продукты в этой сфере действительно на самом высоком мировом уровне. И я считаю, что возможности у узбекистанских и литовских бизнесменов не только в сотрудничестве, в торговле, в оказании услуг, но и в обмене опытом, которым действительно наши бизнесмены обладают и которые могут быть очень интересны для Узбекистана, которые в некоторых вопросах, в некоторых реформах только сейчас делают то, что в Литве уже сделано несколько лет или даже несколько десятилетий назад. Вот вы сейчас упомянули про несколько сфер, но все-таки, на ваш взгляд, в чем главный интерес Литвы в сотрудничестве с Узбекистаном? Как я уже говорил, с одной стороны, экономические связи, в том числе и обмен человеческим капиталом. С другой стороны, для нас очень интересное сотрудничество также в области науки, высшего образования. У нас немало литовских университетов уже имеют партнерство с узбекистанскими университетами. Эта сфера – обмен студентами, обмен преподавателями, участие в европейских программах. Erasmus Plus для нас – это большое будущее, поскольку все-таки будущее общения международов – это, во-первых, в человеческом общении, на котором основывается и все остальное – и политические отношения, и экономические тоже.